выпускников – это весна, начало уверенное и многообещающее. С таких напутствующих слов 25 мая начался праздник последнего звонка в Правдинской школе номер 2. Из стен этого учебного заведения выпускаются 26 старшеклассников. Приветственное слово ученикам произнес Кирилл Федоров. Глава Правдинского зачитал поздравительный адрес от Евгения Жиркова. Дорогие выпускники, покидая школу, не забывайте своих учителей. Держите связь с наставниками, ведь именно они вложили в вас частицу своей души. Пусть ваши таланты, способности, запас знаний и умений, которые дала вам школа, поддержка учителей и родителей помогут достойно справиться со всеми трудностями и успешно сдать государственные экзамены. Школьные годы и трудные, и полные радости, запомнившиеся первой любовью и первым учителем. Школа научила побеждать, дала знания. Расставание с ней станет новым этапом в жизни 11-классников. И, конечно, мои слова я хочу обратить в первую очередь к вам, дорогие выпускники. Вы проучились в школе 11 лет. Наши замечательные педагоги вкладывали в вас свою душу, отдавали вам частичку своего сердца, отдавали вам знания. А теперь мы хотим посмотреть обратный результат. Вы на финишной линии. Я желаю вам всем успехов. Я желаю вам всем удачи. Я желаю вам всем реализации всех ваших желаний, чтобы все ваши мечты исполнились. Поддержать выпускников на праздник пришли учителя и родители. Поздравили старшеклассников с окончанием школы и первоклашки. Они прочитали стихи. Мы тоже были малышами, но время движется вперед. Но стали вы выпускниками, вас столько впечатлений ждет. Необычное выступление подготовили и сами виновники торжества – выпускники. Основной темой номера выбрали компьютерные игры. По задумке авторов, два 11-классника попали в виртуальный мир. Выбраться оттуда они могут, только ответив на все вопросы киберкороля. А вопросы сложные, связанные со школьными дисциплинами. Ну вот и все, он пришел в норму. Не зря мы ходили на уроки ОБЖ. А также на уроки биологии и химии. В завершение праздника выпускники подарили цветы своим учителям и показали зажигательный танец. Вспоминаешь только хорошие моменты и грустно от того, что больше вы все вместе не будете каждый день на протяжении 11 лет. Есть класс. Ты туда приходишь, у тебя там есть друзья, знакомые, у тебя какие-то контакты. И когда ты понимаешь, что больше этого нету, никогда не будет, это, да, очень грустно. Хочу в будущем попробовать открыть свое дело. Для этого нужно поступить на экономиста, чтобы получить определенные навыки в этом всем. Хочу попробовать открыть бизнес в сфере автомобилей, СТО, автомойка. Инга Лапикова, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.